Всем добрый день. Праздник удался. Лицо неприятное, как всегда. Марина в холодильнике подъедает, так же, как всегда. Роза, как всегда, моет посуду. В общем, смотрите нас по будням. 12:30 на канале ТНТ. Не только у меня лицо неприятно после праздника, но и у Шабарина, смотрите. Ребят, всем привет. Большая текучка идет к Владу, но, к сожалению, он уже в объятиях Пингвиновой, поэтому спасайте его, приходите к нему, ему нужна помощь, спасите его от Пингвиновой. Смотрите, у Димы есть девушка, но она его, к сожалению, не устраивает, и он ждет другую. Он врет. Поэтому, друзья, он очень сильно настаивал на том, чтобы я сделал опрос в своем сторис. Придите к нему. Ребят, Федька какой раз уже выезжает в Москву, и все ему отказывают. Пожалуйста, приютите его. Видите, он как показывает свои мышцы. Которых нет. А если ты красивый, симпатичный, и у тебя есть... А что, нет у меня?